дня у прямому ефірі. Вітаю! І сьогодні говоримо про таке. 27 липня в Одесі група підлітків побила дівчину. Історія набула розголосу пізніше, після оприлюднення цього відео волонтерами. Про підліткову жорстокість, чому вона виникає та як це явище мінімізувати або повністю викоренити. Про таке сьогодні ми будемо говорити з нашою гостею програми, психологом Вандою Бугановою. Пані Ванда також кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаю. Вітаю вас. Так, але перед тим, як розпочати нашу розмову, пропоную подивитись сюжет, який підготували мої колеги-новинарі, саме про цю ситуацію. Тож, увага. Це відео конфлікту між школярами, яке з'явилося у соцмережах. Ми не показуємо кадри побиття з етичних міркувань. Да. Ні, ми зараз в іншому місці розбираємося. Ми знаходимося у дворах між вулицями генерала Петрова та Іцхака Рабіна. Саме тут, між непрацюючим дитячим садком та бойлерною, нещодавно сталося побиття школярки. Волонтерка Дар'я Подолян спілкувалася з побитою дівчинкою та її мамою. Психічний стан дуже складний у матусі, більш ніж у дівчинки, тому що дівчинка, це трапилось 27 липня, дівчинка переборола цю ситуацію собі, а матері стало відомо в день, коли ми опублікували це відео, і з нею зв'язалися. Вони були знайомі, вони спілкувалися, наскільки відомо, там товаришували. І, знаєте, дала би здачу, вони б усі на неї накинулись би, і не знаю, що могло би трапитись. Але, наскільки нам відомо, в неї була там на щелепі операція, і ті, вдари, стусани, як то назвати, побиття, може погано сказатися на її здоров'ї. За фактом цієї події було відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 296, це хуліганська група осіб. І внаслідок слідчих дій на сьогоднішній день вже з'ясовано всі фігуранти справи, особи потерпілої, ведуться слідчі дії. Вчора були допитані потерпілі, які, до речі, відмовляються від будь-яких заяв до правоохоронних органів. Сьогодні будуть допитані батьки фігурантів, які здійснили правопорушення. Директор департаменту освіти міськради Олена Буйневич повідомила, що її підлеглі наразі з'ясовують обставини інциденту. В этом событии задействованы дети из различных учебных учреждений. Собственно, что дает нам определенный сигнал для тревоги и необходимость провести соответствующую работу абсолютно во всех школах города Одессы с начала учебного года. Невозможно снимать ответственность сегодня ни с кого, ни с семьи, ни со школы, ни с правоохранительных органов. Поэтому для нас очень важно сейчас не погоня за виновными, а консолидация, объединение и работа над тем, чтобы таких вещей как можно меньше сегодня было в школах. Мы должны детально изучить ситуацию, выяснить ее причины, изучить, что послужило основой поведения конкретного ребенка. Очевидно, есть какие-то причины, которые вызывают такую агрессию у ребенка. Просмотреть, какая работа была проведена до этого события и спланировать работу на будущее. Олеся Ігошина, Андрій Козюра, Борис Мисливцев. Факти. Тема дня у прямому ефірі, і хочу нагадати, що у студії психолог Ванда Буганова, і ми починаємо нашу розмову. Пані Ванда, давайте для початку обговоримо сюжет, який ми побачили, і взагалі цю подію. Як ви можете її охарактеризувати, це побиття дівчини однолітками? Перш за все, я прошу вибачення, я прийду на російську мову. Прошу. При всій своїй повазі до рідної мови мені зручніше російською. Прошу. Подростковый возраст очень специфичен, в нем апробируются новые формы поведения. Как это ни удивительно, но за счет этого развивается цивилизация. Дети не повторяют родителей, а в какой-то мере в подростковом возрасте пересматривают все установленные истины, критически относятся абсолютно ко всему, чему их учат, и именно за счет этого находят какие-то новые линии поведения, более адаптивные для настоящего времени.
И в этой связи для подростков характерно экспериментирование, поведение на грани фола, иногда выходя за границы. И как бы мы к этому ни относились, но это явление будет всегда. И, повторяю, благодаря этому явлению цивилизация развивается. У Игоря Кона есть выражение о том, что подростки больше похожи на свое время, чем на своих родителей. В этом смысле, если мы посмотрим на подростков, то мы можем в некоторой степени предугадывать будущее. Они его будут создавать, и они сейчас решают, по каким правилам. И вот эта ситуация из этого разряда, она выглядит жутко, она дичайшая, она не имеет никаких оправданий. Но я думаю, что вопрос не в подростках. И больше всего меня удивляет и возмущает реакция общественности, которая, по сути, свелась к линчеванию виноватых. Это проще всего. Это проще всего сказать, вот они виноваты, а я такой хороший, я их осуждаю. Это точно путь в никуда, потому что вопрос не в том, кто виноват, а вопрос, как вы правильно сказали, что сделать, чтобы этого не повторилось. Чтобы это не повторилось, надо понять, свидетелем чего мы являемся, и что мы, именно мы, можем сделать, чтобы подобное явление не повторилось. Маємо статистику. За даними ЮНІСЕФ, торік 67% українських дітей або були жертвами, або кривдниками, або свідками булінгу. 48% цих дітей нікому не розповіли про те, що їм довелося пережити. Чи відомо вам, ця статистика зростає або вона є стабільною? Я точных данных не имею, но будучи практикующим психологом с почти 30-летним стажем, я могу сказать, что в последнее время больше обращений в связи с подростковым насилием, как, собственно, от подростков, так и от родителей, так и от окружения. Есть такая проблема, и возвращаясь к тому, что я скажу, глядя на то, что происходит, к сожалению, возникает грустное предположение, что будущее будет жестоким. Нашим родителям наверняка было трудно представить, что дети будут материться, но сейчас, к сожалению, это стало обыденным явлением. И есть вероятность, что то, что мы видели, может стать более обыденным явлением, чем это было раньше. И поэтому нужно трубить тревогу и делать что-то из ряда вон выходящее, а не просто поговорить. Потому что существует реальная угроза. Что такое буллинг и какие его первые ознаки? Буллинг – это насилие. Его первые признаки – унижение человеческого достоинства и совершение действий, с которыми не согласен тот человек, над которым эти действия совершаются. И он имеет место не только в подростковой среде, но и вообще. Вопрос только в том, что в подростковой среде сейчас это приобрело действительно особо, буквально зверские размеры, виды, формы, і це дуже настораживающий факт. Ну, я так розумію, що побиття – це вже крайня форма булінгу. Ну, иногда слово ранить даже больше, чем кулак. Это относительно. И есть буллинг, который превращается в травлю, в унижение, в длительное систематическое обижание, подавление человека. Еще неизвестно, что лучше. Что делать дитині, коли вона почала відчувати вже такі перші ознаки, прояви булінгу? Просить о помощи, не оставаться с этим наедине, привлекать к этому других людей. Но здесь мы упираемся в вопрос, есть ли подростку, кому обратиться. Девочка пострадавшая, которая никому об этом не рассказала и пыталась с этим справиться сама, очень яркий показатель того, насколько подростки одиноки, не защищены, и у них нет плана «Б». Если вдруг что случится, они не знают, что делать, и они не знают, кому обращаться. Я хочу наголосить, что это не эпизод, о котором нужно говорить вот только в рамках того, что произошло, а это
звоночек социального масштаба, который зеркалит о том, что происходит в нашем обществе. Подростки не защищены. Такие явления могут быть. Это случайность, что он стал достоянием общественности. А сколько того, что остается за кадром, мы не знаем. Сколько детей, которые это пережили и не получили помощи. Я как психолог сталкиваюсь с людьми, которые через десятилетия приходят и рассказывают подобные эпизоды. И эти эпизоды имеют последствия на всю последующую жизнь. Кстати, может быть, многим не понравится то, что я сейчас скажу, но я сочувствую всем участникам этих событий, включая родителей, педагогов, директора школы. Они все жертвы, и это мои будущие клиенты. И вопрос не в том, чтобы кого-то наказать, а вопрос в том, чтобы люди поняли, что произошло. Коррекция должна состоять не в наказании, а в раскаянии. А як повинні поводитись батьки? Наприклад, якщо помічають, що дитина приходить додому постійно засмучена, або навіть бачать синці, якісь так, сліди певні від насильства, що робити і коли вже варто бити тривогу, як то кажуть? Сразу. Бити тривогу потрібно сразу. У мене немає готових рецептів, тому що в кожному конкретному випадку потрібно робити щось своє, але потрібно щось робити. Не можна нічого не робити, тому що це дитина. И я сейчас выскажу, может быть, спорную точку зрения, но это моя и профессиональная, и человеческая точка зрения. Социально мы все сейчас достаточно плохо защищены. И хотя бы родители должны быть достаточной защитой для своего ребенка. В какой-то книжке я прочитала, что ребенку как минимум нужен единственный человек, к которому он знает, что он может обратиться, и на которого он рассчитывает в затруднительных ситуациях. Пусть это будут хотя бы родители, Если ребенок чувствует, что родитель на его стороне, что родитель не будет бездействовать и попустительствовать, это совсем другая ситуация, чем если ребенок чувствует себя вообще беззащитным, и родители в лучшем случае, извините, накажут или наорут, и на этом история закончится. На вашу думку, чи виконують свої обов'язки дитячі психологи у школах? Наскільки успішно виконують? Нет. У меня 4 года работы школьным психологом. Это не вопрос работы психологов как специалистов, многие из них достаточно квалифицированные. Но есть очень много системных ограничений. Я, когда работала в школе, меня отправляли заменять уроки или в районо, потому что многие вообще не понимали, за что психолог в школе получает зарплату. Это вопрос психологической культуры, это вопрос понимания, насколько значимы вот эти психологические моменты, которые кажутся эфемерными, тонкими, не до этого. Но на самом деле профилактика насилия – это формирование людей с чувством собственного достоинства, которые могут постоять за себя. У человека в природе инстинкт самосохранения, и если он в ладу сам с собой, и если он ловит сигналы, которые поступают от окружающего мира и от него самого, он вовремя сам среагирует и что-то предпримет, чтобы этого не произошло. На самом деле, когда такое происходит, уже хороших вариантов нет. Уже плохо и очень плохо. Единственное, что мы можем сделать, это не допускать, профилактировать, готовиться, обеспечивать. И именно таким образом можно снизить вероятность таких страшных случаев. Тобто, якщо робота психолога у школі буде успішною, то, в принципі, можна попередити, так, такі випадки? Отчасти да, но это системная работа. Над этим должны трудиться и психологи, и родители, и мы с вами, и каждый взрослый. В человеческой культуре инстинкт выживания сменился законом морали. Мы выживаем за счет того, что мы установили определенное правило. И эта ситуация нас с вами тоже касается, потому что когда звонит колокол, он звонит по всем нам. У психологов есть понятие социальной боли. Это боль в связи с подобными ситуациями, которые кровоточат. И если мы, каждый не среагирует,
как кто-то из великих сказал, плохие дела совершаются из-за безразличия, из-за того, что кто-то проходит мимо. Каждый из нас должен понимать, что это не вишенка на тортике, без которой можно обойтись. Это вопрос нашего выживания. Эта ситуация очень яркий показатель того, насколько исказились ценности, насколько мы потеряли ценности. И мое категоричное мнение, что каждым своим шагом, каждым своим действием нужно работать над тем, чтобы восстановить естественные, нормальные человеческие ценности, черное и белое, хорошее и плохое. И это нельзя делать. У меня сегодня было много дел, но я приехала сюда, потому что я хочу внести свой вклад, и я не хочу оставаться бездейственной, потому что это мой гражданский долг делать то, что в моих силах, для того, чтобы подобное не повторилось. Все ж таки, як можна попередити такі випадки насильства? Це може повинна бути якась спільна робота батьків, дирекції школи, психологів шкільних? Ось як ви вважаєте? Ну, есть пословица о том, что детей не нужно воспитывать, нужно жить так, чтобы, глядя на родителей, детям все сразу было понятно. Нам с вами нужно жить по чести и по совести. Это лучшее, что мы можем сделать для профилактики подобных случаев. А, до речі, в якому віці проявляється жорстокість? Можливо, ви володієте статистикою? Ну, в детстве есть период агрессии, который психоаналитики очень красиво объяснили познавательной активностью. Ребенок может умертвить животное, потому что ему интересно, как это работает и как это устроено. В этом смысле это даже не жестокость, хотя со стороны она видна как жестокость. И в таких ситуациях очень важно, чтобы взрослые тут же дали ребенку понять, что это ненормально, что это жестокость и что так больше нельзя. Второй пик жестокости имеет место в подростковом возрасте, в возрасте нигилизма, протеста, пересмотра ценностей. И в значительной степени нынешняя подростковая, да и детская жестокость навеяна, простите, средствами массовой информации. Но в видеосюжете, который я внимательно посмотрела, у девочек явно манеры, которые я видела в боевиках. Они буквально бахвалятся тем, какие они герои, это жутко и страшно вести себя нечеловечно и думать, что это правильно и гордиться этим. Поэтому то, что мы смотрим, то, что смотрят наши дети, в значительной степени формирует их представление о том, что можно, что нельзя, как хорошо, как плохо. До речі, ось як таку певну межу встановити, коли це може суто такі підліткові розбірки, і це є норма для тинейджерів, а коли це вже відхилення від норми? Ну, на самом деле, жестокость тинейджеров – это відхилення від норми. Норма по определению – это статистическое большинство. И, с одной стороны, у нас этого много, но я даже не профессионально, а по-человечески отказываюсь признавать это как норму. И поэтому каждый шаг на грани невозможного должен восприниматься как відхилення, и нужны кардинальные меры, не просто повозмущаться, что может быть, к сожалению, в нашем с вами случае, и потом оно забудется. Нужно что-то делать. У Айзека Азимова в романе «Конец вечности» описываются люди будущего, которые транспортируются в прошлое время, чтобы внести минимальную коррективу для изменения будущего. А давайте пофантазируем. А вдруг вот все как в романе, и наши потомки пришли в наше время и, простите, организовали этот эпизод как минимальное втручание в нашу жизнь в надежде, что, столкнувшись с таким вопиющим случаем, мы что-то поймем, и мы что-то изменимся и развернемся в другую сторону. Я предлагаю этот эпизод рассматривать именно таким образом. И ни в коем случае не говорить банальности, типа того, что «ах, как это плохо, их нужно наказать». Это банально, об этом надо подумать. Здесь очень много деталей, которые не настолько очевидны. Роль мальчика, который там был, роль прохожих, которые все-таки хоть
где-то там на периферии, но были. Это не очевидная ситуация. По моим наблюдениям, в эту ситуацию, извините за слово, канализируется очень много накопившейся отрицательной энергии у взрослых людей. Этот случай слишком соблазнительный повод поругаться, повозмущаться. Вот я прав, я возмущаюсь плохому. Это путь бесперспективный. Мы система. И в системной семейной терапии есть идея о том, что проблемы общества в первую очередь отражают слабые члены общества. Дети, старики, больные люди. И вот эта ситуация не про жестокость конкретных девочек. Это ситуация про жестокость нашего общества и про то, что что-то мы очень сильно не так делаем. І як ви можете охарактеризувати, ви трошки почали про це говорити, поведінку інших учасників цього епізоду? Це була людина, яка знімала на телефон, це були інші підлітки, які коментували певним чином цю ситуацію. Ось як ви можете охарактеризувати? Ну, мне не хочется говорить банальности, что плохо характеризовываю. Тут двух мнений быть не может. Участниками события являются все люди, которые в Фейсбуке, например, прокомментировали это событие, или мы с вами. И в этой связи вся надежда на то, что какие-то участники этого события придумают конструктивное действие, которое сможет кардинально изменить ситуацию, чтобы она не повторилась. Потому что завтра это может быть с нашими, не дай бог, детьми, с другими детьми, которые наши дети, и это недопустимо. Я, к сожалению, некомпетентна в этом, и у меня пока нет каких-то таких реальных идей, но я верю в то, что у нас есть люди, которые знают, как отреагировать на эту ситуацию кардинальным образом. И этим людям нужно дать слово, а не повторять то же самое, что это плохо, их нужно линчевать, и неправы родители, которые воспитали таких детей. Да, неправы, но это очевидно, об этом нечего говорить. А який період буде потрібен дівчині для реабілітації психологічної? Очень довгий, на самом деле, к сожалению, последствия этого события могут сказываться на всю оставшуюся жизнь. И я даже не сторонник, чтобы реабилитация девочки прошла слишком быстро. Ей точно понадобится время. Выход из сложных ситуаций имеет свою временную развертку, и его не стоит торопить. Нужно наблюдать за девочкой и подстраиваться под ее природу, и дать ей время и возможность справиться с происшедшим. И статистика показывает, что люди, пережившие такие события, или ломаются, или становятся исключительно позитивными, героическими, успешными людьми. К сожалению, ситуация пан или пропал, но я очень надеюсь, что эта ситуация для девочки станет не ломающей, а наоборот высвобождающей скрытые резервы, которые дадут ей в жизни возможность проявить себя наилучшим образом и быть счастливой. В Європі застосовують механізм шкільної медіації. Це спеціально підготовлений педагог або психолог, який не має жодного стосунку до конфлікту, але модерує зустрічі між дітьми, батьками та вчителями. На вашу думку, наскільки успішною така модель може бути у нас? Успішно. Це дуже успішна модель. І в Одесі существує Одеське общество медіаторів. Інна Терещенко їм руководить. І вони роблять дуже хороші діла. Тонко, делікатно, мудро. В других городах есть медиаторы, которых я знаю, Андрей Гусев в Киеве, например. Это хорошая практика, и на самом деле для всех было бы лучше, если бы все участники происшедшего события однажды сели за стол переговоров и смогли хоть как-то поговорить. Это было бы хорошо для всех. І теж, наскільки це реально, на вашу думку, що вони погодяться, що це взагалі можливо організувати? Це можливо організувати. Вопрос не в тому, щоб вони погодилися. Вони мають право остатися при своєму мненні. Но сам факт переговорів противодействующих сторон, он позитивен. И им нужно искать точки соприкосновения, какими бы они ни были. Это возможно, хотя, опять же, это нужно делать крайне деликатно, с подготовкой, с индивидуальным подходом к каждому из участников. Но если это станет реальностью, то это будет иметь позитивный результат, скорее всего, хотя все может быть. І ще таке питання. На вашу думку, яким є вплив соціальних мереж на формування підлітків?
підлітковою жорстокості? Ну, во-первых, он имеет влияние, это однозначно. У вас нелегкая профессия, я вам очень сочувствую. Вы в какой-то мере являетесь буфером между очень разными людьми с разными мнениями. И в этой связи желательно дать высказаться людям самыми разными точками зрения, как это ни удивительно, даже с чудовищными, даже с такими, с которыми мы с вами не согласны. Но это повод для разговора и повод для поиска выхода из положения, потому что какими бы мы правильными, белыми и пушистыми не были, мы не знаем, что делать. Это нужно обговаривать, причем участникам с самыми разными позициями, можно сказать, чем они будут более разными, тем лучше. И где-то на пересечении, как у медиаторов, я думаю, что будет найдено решение. И будем завершивать еще дуже коротко, нагадаємо, такі ваші основні поради для батьків, якщо вони бачать перші ознаки того, що дитина потрапила у ситуацію булінгу, що робити? Уважаемые родители, діток надо любить. К ним надо быть внимательными. Это очень важный вопрос. Каждый день просматривать своего ребенка, чем он дышит, какое у него настроение. Проверять не только, покушал ли он и все ли пуговички на одежде, а заботиться о том, о чем думает ребенок, что у него на душе. И то, что называется тонкие душевные переживания, это очень важное обстоятельство. Быть все время на чеку. Родительство непростое. Родитель никогда не может расслабиться. Родитель должен быть постоянно в состоянии боевой готовности. И если родителя что-то настораживает, лучше перестраховаться, трубить тревогу, искать специалистов, советоваться, чем, не допустим, чем что-то произойдет нежелательно. Так, пані Ванда, дякую вам дуже за те, що ви до нас сьогодні прийшли. Нагадаю, що гостею програми була Ванда Буганова, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені Мечникова. Хочу всім подякувати за увагу. До побачення.